Всем привет, ребят! Ну что, мы на аккаунте победителя конкурса еженедельного, которого я выбрал. И он захотел вместо лазули большой пак. Забрал я ему большой пак. Сейчас посмотрим, что получим. Поехали, посмотрим на аккаунт. Находится он в гильдии Ники Брос. Третий и пятый места, кидайте заявочки, вступайте. Боссы 3 и 5 22.00 и 22.10. Не забываем БГФ. Вот так вот кидайте заявочки, вступайте. Поехали, посмотрим на аккаунт. Так, что по героям? Розы нет. Вольт, Тесса, Трифит, Ледяха, Рибит, Махатма, Бугимен. Ну, в общем, интересно. Интересно будет, что паролить. А, поехали. Так, 10 попыток сразу открываем. Да, посмотрим, что мы тут ему достанем. Так, за 10, 5. Вторых, первых и... Один как кулаков. Ну, такое себе, прям мешки. Прям ковырца и вовник. Так, окей, побежали, пробежимся по акциям, посмотрим, что у нас есть интересного. Так, тут у нас всего лишь 5 попыток. Сейчас само, в принципе, неплохо. Так, слизни. Коробка, по-моему, была, если не ошибаюсь. Так, отлично. Давайте забежим. Ежедневку заберем. Руна таланта 5 штук. Отлично. Так, разбей яйца. Может, отсюда что-то интересное сейчас вытащим. 12 попыток, Розалинда и Огник. Так, я что-то не увидел, что там выпало. Выпало, по-моему, какой-то герой. Посмотрим. Так, самики, отлично, большая выгода. Поехали, посмотрим, что у нас здесь. Так, значки почета. Сушки. Уже, в принципе, неплохо. Так, это не хватает, чарующие изменения. Подарки тут. Таланты. В принципе, вроде все. Хорошо, поехали, забираем. Сердцеедку мы достали, вот так вот и коробка была, неплохо. Так, ну что, давайте попробуем, откроем мешочки с розой. У него 100 штук уже есть, возможно, повезет, посмотрим. 5, ну хотя 16 это маловато, я показывал, надо штук 50, чтобы розу вытащить. 10, и то не факт. 15. Уфу-фу-фу-фу, ничего себе. Вот так вот, ребятушки. 5, ребят, 5 осколков не хватило. Это просто пиздец. Я вам скажу, ну, это трэш. У него теперь будет желание, скажем так, бегать в эту локацию и добить 5 осколков. Так, он что-то тут вообще не набил, нифига. Или он сюда не ходит вообще. Еще первый. Ну, в общем, будет теперь трешевать. Ну что, поздравляю. Почти, почти уже собрано. Теперь тебе осталось только 2 раза сбегать и осколки вытащить. Так, отлично. Поехали дальше. Поехали по ролям.
Так, давайте плюшки еще пооткрываем. Использовать. Так, раскол рогатка. О чем у нас отсюда вылетит? Бум. Воодушка пятая. Ну, неплохо. Неплохо. Так, смертушка. Вот эти, кстати, сундучки прикольные. 20 смен чар. Ну, тоже, в принципе, неплохо. Но хотелось бы поинтереснее, чтобы упало нам что-то. Так, это лабиринт. Let's go. Поехали ролить. 450. Нам надо выбить хотя бы парочку недостающих героев. Так, студеный триантик. Еще один триантик. Видимо, Фрея, нифига себе. Еще третий триант. Это жесть, ребят. Тыква. Офигенно, паладин. Ему нужен Анубис, конечно. Фрея у него есть, а вот Анубиса у него нет. Ниндзя. Стрелок, всадник, нифига себе. Нифига себе, сказала я себе. Ну окей, поехали дальше. Let's go. Атлантикор, королева гарпий. Но у нас будет еще хотя бы один недостающий герой. Ведьма. Дед Мороз, тыква. Посмотрите, как сыпет героями. Сноу. Дэн Сноу. Так. Рандомчик, ну давай уже какую-то имбушку. Химка. Купчик. Бигфутик, неплохо. Это интересно. Ну, у него это все есть. Череп. Валька. Ну. И в конце нам упал ангел. Вот так вот, ребятушки. Ну, чё? Чё-чё? Ничего. Ни хрена толком мы не выбили. Так, сейчас пересмотрим. Инженер, огник. Рипет, ледяха. Ну, да, печально, печально. Хотя герои, в принципе, неплохие. Фрея, стрелок. Так, забираем. Еще шапка у него появилась. Отлично. Почти на треть от Минотавра уже. Так, хорошо, с этим разобрались. 42 самоцвета оставили. Ужасно просто. Так, поехали, пооткрываем. Интересно, что мы получим. Так. Отсюда. Мешки с эмблемкой. Раскол неплохо. Исцеление неплохо. Особенно если тыковка. Так, выживание. Отлично. Ремочка. Нифига себе. Смотрите, как сыпет. Так, еще один раскол. Ну, неплохо было бы. Пакт. Вообще отлично. На такой офигенный талантик. Водушка. Ну, мы уже практически полный набор собрали. Грубая. Смотрите, как падает. СО только нету. Давайте СО. Вот оно и СО есть. Надо себе, наверное, пак забрать. Выбивать себе восьмых эмблемок. Так, ну чё? Поздравляю. Как по мне, вообще отлично рунки нападали. Так, где там его тыква? Ой, у него тыква берсовая. Пятое исцеление. Ну, вообще отлично. Тут уже восьмая. У него просвета не хватает. 80-е, да, ему надо будет просветик качать. Ну, восьмое исцеление, это все. Плюс берс, ему хватит с головой этой тыковки. Ну чё, поздравляю. Ну, поехали, самое основное. Посмотрим, сколько же охников мы ему словим. Точнее, словим мы ему одного или нет. Ну, розу фактически мы ему словили. Так, окей, поехали. Так, это его самики, их оставим. На удачу.
На удачу. Ну, 300 как кулаков, вообще огонь. Можно, кстати, будет коробки пооткрывать. Так, поехали. Давайте коробочки пооткрываем. Две коробки есть. Самоуничтожение вообще. Что может быть лучше, ребят? Тык, ожог, ничего себе. А ну-ка, ну-ка, посмотрим, чем у него Ронин. А Ронин у него уже с ожогом. Ну ладно, пусть висит на смене, кому-то притыкнет. Так, ну чё, Дениска, редиска. Самое интересное будет 20, 30, 40, 50, 60. Ну, тут понятно, что уже не светят. 90. В общем, вот так вот. Половинка огника и фактически роза. Поздравляю, захотел этот пак, получил. Ребят, конкурс действует. Ждите следующих выходных. Изменения будут, я отдельно видос запишу уже сегодня, и вы его увидите по поводу изменений, что надо, чтобы было. Все, пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.